Что с 2020 года ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка предоставляется до достижения им трехлетнего возраста. Здравствуйте, это программа «В курсе». Я Татьяна Говоркова. Здесь мы говорим на темы, которые так или иначе касаются интересов жителей Краснодарского края и, в частности, Сочи. И сегодня речь пойдет о работе Управления соцзащиты населения Лазаревского района Сочи. Ну а все подробности нам расскажет его руководитель Марина Власова. Марина Набиевна, здравствуйте. Ну и расскажите, чем занимается на сегодняшний день соцзащита Лазаревского района, какие задачи стоят перед управлением? Добрый день. Государственная поддержка граждан является одним из приоритетных направлений деятельности социальной политики. Управлением социальной защиты населения предоставляются меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, ветеранам боевых действий, инвалидам и другим льготным категориям граждан, а также гражданам, имеющим детей. На учете в Управлении социальной защиты населения Лазаревского района состоит более 73 тысяч граждан, что составляет 76% от общей численности населения. Органами социальной защиты населения предусмотрено предоставление более 90 видов мер социальной поддержки. В Управлении меры социальной поддержки предоставляются по принципу единого окна, что позволяет заявителю и членам его семьи комплексно назначить все предусмотренные законодательством меры социальной поддержки. Также организована работа по приему документов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Предоставление государственных услуг через МФЦ осуществляется по принципу экстерриториальности. Что это значит? Это говорит о том, что граждане имеют право обращаться в любое МФЦ, расположенное на территории Краснодарского края, независимо от места регистрации. Кроме того, для удобства граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах Лазаревского района, Управлением соцзащиты осуществляются выездные приемы граждан. Выездные приемы осуществляются еженедельно по четвергам в целях информирования населения, а также приема документов для назначения социальных пособий и компенсаций. Хотелось бы коснуться блока вопросов по демографии. Какие инициативы реализуются на территории края в плане поддержки семей и детей? С целью повышения рождаемости региональным проектом «Финансовая поддержка семьи при рождении детей» национального проекта «Демография» предусмотрит комплекс мер поддержки семей с детьми. Федеральным законом в связи с рождением первого ребенка, начиная с 1 января 2018 года, предоставляется ежемесячная денежная выплата. Размер выплаты с 1 января 2020 года составляет 10 639 рублей в месяц. С 2020 года право на получение выплаты возникает, если среднедушевой размер семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную в крае, что составляет 24 060 рублей. Также с 2020 года ежемесячная денежная выплата предоставляется до достижения ребенком возраста 3 лет. Хочу обратить внимание на то, что назначение выплаты осуществляется до исполнения ребенка 1 года, после чего необходимо обратиться с заявлением и необходимыми документами для продления выплаты до исполнения ребенку 2 лет, а затем до 3 лет. В настоящее время в Лазаревском районе данную выплату получают 509 граждан. Кроме того, мы продолжаем выплачивать из краевого бюджета средства семьям при рождении третьего или последующего ребенка до достижения им возраста 3 лет. Право на получение такой помощи имеют семьи, у которых доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума. На сегодняшний день она составляет 18 045 рублей на одного члена семьи. В этом году ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка предоставляется в размере 10 766 рублей. То есть по сравнению с прошлым годом, на сколько примерно процентов увеличилась, да, сумма выплат? Сумма выплаты, да, порядка
тысячи рублей там получается. Ну, на курортах Краснодарского края каждый год отдыхают тысячи детей. А как налажен отдых наших детей? Действительно, ежегодно на Кубани оздоравливается порядка 800 тысяч детей. Это как кубанские дети, так и дети со всех регионов России. Управлением социальной защиты населения предоставляются бесплатно путевки для отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях, а также для лечения в санаторно-курортных организациях. В соответствии с законодательством, путевками в первоочередном порядке обеспечиваются дети-инвалиды, а также дети, один из родителей которого является инвалидом. Дети из малообеспеченных семей или многодетных семей, а также детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеют преимущественное право на получение путевок. Путевки предоставляются родителям согласно очередности, в зависимости от даты и времени подачи заявления на постановку в очередь на получение путевки. В соответствии с изменениями, внесенными в законодательство, начиная с 5 октября 2019 года, очередь для получения путевки стала переходящей. Это значит, что заявитель подает заявление не ежегодно, как это было установлено ранее, а однократно и состоит на учете до дня получения путевки. В случае получения заявителем в текущем календарном году путевки, заявление о постановке на учет на получение очередной путевки подается не ранее 1 января следующего года. Заявления, необходимые документы граждане могут подавать как непосредственно в Управление социальной защиты населения, так и в многофункциональный центр, расположенный на территории Краснодарского края. А в каких городах вообще отдыхают дети? Только в Сочи или есть еще какие-то города? Нет, конечно. Приоритет отдается отдыху на Азово-Черноморском побережье. У нас большое количество детей направляются в Анапу, в Туапсинский район, Геленджик. То есть все курорты Краснодарского края участвуют в этом проекте. А выбирать как-то могут родители, что вот мой ребенок, например, поедет в этом году там, в Геленджик, в следующем году в Анапу, или вот как-то, не знаю, это лотерея, может быть, этих путевок, или все-таки выдается по желанию? Законодательством Краснодарского края не предусмотрена возможность родителей выбрать конкретный оздоровительный лагерь, так как закупка путевок как в санатории, так и в оздоровительные лагеря осуществляется на весь Краснодарский край централизованно Министерством труда и социального развития Краснодарского края, после чего они распределяются Управлением соцзащиты согласно поданным ими заявкам. А уже эти заявки оформлены на ближайший год? В лагеря какого города отправятся дети в этом году? Или каких городов в основном? На сегодняшний день Министерство труда и социального развития Краснодарского края поданы заявки о количественной необходимости на путевки как в лагеря, так и в санатории. Кроме того, нами сформирована прогнозная потребность до 2022 года. Но предоставить путевки мы сможем только после того, как они будут уже закуплены. Ну и одной из составляющих демографической политики является наш региональный материнский, или как его еще называют, семейный капитал. Есть ли изменения в этом году? Да, напомню, что краевой материнский капитал предоставляется семьям при рождении третьего ребенка, начиная с 1 января 2011 года. На 2020 год размер материнского капитала составляет 129 342 рубля. Распоряжениями средствами материнского капитала в полном объеме либо по частям возможно по трем направлениям. Это улучшение жилищных условий на территории Краснодарского края, получение образования детьми, газификация жилого помещения или домовладения. По инициативе губернатора Краснодарского края в краевое законодательство внесены изменения, которые вступили в силу с 1 января 2020 года. Изменения касаются сроков реализации средств материнского капитала. Теперь средства материнского капитала можно направить на уплату первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, взятого в целях приобретения или строительства жилья на территории Краснодарского края, а также на погашение основного долга и уплату процентов по этому кредиту, не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка. Единственным условием является проживание
родителей на территории Краснодарского края не менее 3 лет. С начала реализации программы в Лазаревском районе выдано 1301 уведомление. Реализовали средства материнского капитала 206 семей. В 2020 году наша страна отмечает 75-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. Расскажите, какие предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки ветеранам, инвалидам, участникам и всех причастных к этому событию лицам? С 1 января 2020 года инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также приравненным к ним лицам и вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны установлена дополнительная мера социальной поддержки по улучшению жилищных условий в виде единовременной денежной выплаты, средства которой могут быть направлены на ремонт или повышение уровня благоустройства жилого помещения. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проходившим военную службу в действующей армии в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, единовременная денежная выплата предоставляется в размере 100 тысяч рублей. Инвалидам боевых действий, инвалидам Великой Отечественной войны, не проходившим военную службу в действующей армии в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, имеющим группу инвалидности, выплата производится в размере 50 тысяч рублей при условии, что они не менее 5 лет являются собственниками жилых помещений, в которых они проживают. И третья категория. Участники Великой Отечественной войны без группы инвалидности, которые также не проходили службу в действующей армии в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, не имеющие группу инвалидности, а также членам семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которые также являются собственниками не менее 5 лет, собственниками жилых помещений, предоставляется единовременная денежная выплата в размере 30 тысяч рублей. Единовременная денежная выплата предоставляется однократно, независимо от изменения места жительства в пределах Краснодарского края. Расскажите о механизме социальных контрактов, как это работает на территории Краснодарского края. В Краснодарском крае предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта осуществляется с 2014 года. Право на государственную социальную помощь на основании социального контракта имеют малоимущие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане. Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется на осуществление таких мероприятий, как ведение личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, прохождение профессионального обучения, а также поиск работы. Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется в виде ежемесячного пособия не ниже 7,5 тысяч рублей в месяц, или же в виде единовременной выплаты не более 90 тысяч. Целью социального контракта является стимулирование активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. А как налажено взаимодействие с краевым министерством соцзащиты, которое вас курирует? Министерство труда и социального развития Краснодарского края является учредителями управления социальной защиты населения, расположенных на территории муниципальных образований Краснодарского края. На территории города Сочи функционируют 4 управления социальной защиты населения во всех 4 районах. У каждого управления социальной защиты населения единые цели, единые задачи, которые ставят перед нами наше министерство. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то нововведения в плане соцвыплат многодетным матерям? Вот мы говорили про материнский капитал, да, еще вот конкретно для многодетных матерей что-нибудь есть? Ну, в 2020 году не предусмотрено, однако в Краснодарском крае, в одном из первых регионов Российской Федерации, была введена ежемесячная денежная выплата при рождении 3-го ребенка. На сегодняшний день она предоставляется семьям
доход которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, выплата предоставляется в размере 10 766 рублей в месяц. Выплата осуществляется до исполнения ребенку 3 лет. Марина Набиевна, спасибо большое за интересную беседу. Это была программа «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которым живет Краснодарский край и, в частности, Сочи. Всего вам доброго.